Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. В последние два года супруга исполнителя и композитора Александра Градского Марина Каташенко активно продавала бывшие в употреблении вещи в сети, пишет kp.ru со ссылкой на популярную онлайн-платформу для продаж. На сайте объявлений обнаружилось около 40 ее объявлений. Она продавала детские сандалии и аксессуары для коляски, платья и туфли, купальник, прокладки для груди и бюстгальтер для кормления, рюкзаки и слинги для переноски ребенка и даже еловые шишки по 5 рублей за штуку. Всего женщина продала вещей на 120 тысяч рублей, самым дорогим лотом оказались сапоги за 45 тысяч рублей. Рейтинг на онлайн-площадке у вдовы Градского оказался высоким. Все покупатели поставили ей 5 звездочек за качество товаров, оперативность и приветливость. Ранее сообщалось, что полиция еще не задержала подозреваемых в ограблении Каташенко. По словам женщины, в воскресенье 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с ее автомобилем. Затем злоумышленники заставили ее вернуться домой и отдать хранившиеся там деньги – 100 миллионов рублей. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.